Изменение климата, смертная казнь, торговля оружием, проблемы мигрантов, брак и семья. Вот неполный перечень горячих тем, которые затронул Папа Франциск, выступая в Конгрессе США. Понтифик попытался обратить внимание законодателей не только на миграционные проблемы Соединенных Штатов, но и на кризис беженцев в Европе. Тем, кто хочет строить заградительные сооружения, Франциск напомнил о том, что Америка – страна мигрантов. Мы, жители этого континента, не боимся иностранцев, потому что большинство из нас когда-то были иностранцами, указал Франциск. Я говорю это вам как сын иммигрантов, зная, что многие из вас также потомки иммигрантов. Построение государства призывает нас признать то, что мы обязаны слышать друг друга, отвергая враждебное мышление, обращаясь вместо этого к взаимной поддержке и солидарности. Франциск стал первым за всю историю понтификом, который выступил с речью в Конгрессе США, число католиков в котором не превышает трети от всех законодателей. За происходящим в Конгрессе следили несколько десятков тысяч человек. После своей речи понтифик вышел на балкон Капитолия и приветствовал собравшихся. «Боже, благослови Америку», — сказал папа на английском языке. God bless America.